Что ж, всем привет второй раз. Вроде все работает, вроде все хорошо. Пока что. Ну, я надеюсь, так все и будет. По идее, все починили, все должно работать. Так что, ну, пока посмотрим, на самом деле. Такой тестовый режим, тестовый гаунтлет, тестовый выбор игры. А мне кидать уже объяву в стену группы? А, ну да, Дим, хорошо. Запасти. Я надеюсь, все, кто хотел дождаться, все дождались. Ну, кто пошел в магазин, кто еще куда, кто пошел к Никитосу. Там как писали оргазмы, услышалось. Я даже не имею понятия, что он там играет, потому что у меня просто кибер не работает вообще. Ну, тогда я выберу игру, что ли, наконец-то. Давай, сделай это. Надеюсь, тоже что-нибудь будет такое. Вообще изи. Кстати, скажите, пожалуйста, вы как там, что с предыдущей игрой-то вы ее прошли, не прошли? Ну, у нас, там перебои были просто как бы, когда это в самом конце, то есть, может, не все знают. А, в смысле, первую игру на NES мы... Аня прошла, и я прошел. Вот. Этого я от вас хотел. Все нормально. Она слишком легкая была. Вообще такая изи. Ну, да. Ладно, игра на SNES, я нажимаю. Ну давай. И да пробудет с нами финалка. Да ладно. А что меня выбросило куда-то? А, блин, Amazing Spider-Man. Ну ладно. Для того, чтобы не было психодела со звуком, выключите звук на одном из стримерских каналов. Либо у меня, либо у Коли. Да. И тогда будет вам счастье. Какой интересный из спайдерменов, блин. Я вот на SNES, по-моему, ни в одного не играл в спайдермена. Что там интересно за спайдермен? Вот, кстати, я тоже на SNES не играла, так что... Давай, я верю в тебя. Ты мне сейчас скинешь. Да, сейчас скинем. Так. Сейчас найду. Ну-ка, я пока смотрю вообще хотя бы по картиночкам. Amazing, да? Прям вообще amazing Spider-Man. Вообще amazing. Вообще. Окей. Ну-ка, SNES. Что ж там такое прям? Слушай, ну выглядит достаточно добротно даже. Я думаю, Никитосу бы понравился. Гы-гы-гы. Ничего так. Блин, как я кайфовала вообще в Спайдермене втором на ПК. Только, блин, у меня была какая-то пиратка, я не помню, на самом деле, не буду грешить на Фаргус, может, даже не они были. А, там на каком-то из уровней, где ты дерешься с Мистиком, по-моему, он Мистик был, или Мистера. Боже, как вы звали с куполом на башке, дорогая? Не знаешь, Коль? А, в смысле, еще раз я вот тебе ром кидаю. Чувака, как звали? А, Мистерио? Вот, Мистерио, значит, да. Чё-то я Мистик Эксмен, что ли, вспомнил. Ладно. Давай. В общем, он был глючный, я не могла его никак пройти, потому что... Его просто нельзя было пройти. Ты в него кидаешь все, что только можно, ему на все просто плевать. А потом, когда недавно я, ну как недавно, может быть, год назад, нашла эту версию, скачала и как-то прошла, и вообще игра оказалась такой короткой, недолгой. То есть там буквально после того Мистерио, может быть, еще два этапа было, и все. И прям как-то даже так грустно стало, что, блин, она же мне так нравилась. За что же она мне так нравилась, что она такая, ну, блин, оказалась короткая. А ты только одного вообще Спайдермена проходила, играла? Да, и остальные, знаешь, что-то как-то меня мимо прошли, потому что я тогда была просто обескуражена всеми сониками этого мира. В общем, ясно. Ну как у нас? Все работает? Нет. Не все. Сейчас. Я, наверное, опять у себя я отключала. У себя чат, потому что там был трэш-угар. Сейчас я попробую вести команду. Говорят, у этой игры нет прохождения на геймфаке. Дима пишет. Да?
что прям там такого. У меня, кстати, да, чат опять пропал. Что такое? Ну, вот он и тестовый режим. Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, что у нас за игра. Ну, по крайней мере, честно, мы не будем в нее играть. По крайней мере, не на стриме. А чат, сайт опять, что ли, накрылся, да? Не знаю, у меня накрылся... Но у меня тоже. Я попытался перезагрузить страницу, у меня не загружается сайт. Да. Так и есть. Я сейчас пока на 5 секунд микро выключу. Вот такие вот дела. Ладно, Спайдермен, так Спайдермен. Так, вот. Угу. Ну что будем делать-то? Ну я не знаю. Так, ожил чат, да? Или нет? У тебя работает? У меня нет. Нет, ничего не работает. Вообще, все тихо. Да блин, что за фигня? Я не могу отключить subscribers мод. Будем общаться в твоем чатике. Блин, this room is now in subscribers only mode. Чё значит only? Не должно так быть. Должно. Усё. Окончательно. Ой, я всё сломалась, короче. Я сломалась. Чат сломался везде. Ладно, что мы делаем? Чё мы делаем? Что нам скажет наш... Кто? Программист. Я не понимаю, почему у меня не работает команда субскрайберсов. Может, она так пишется точно тому? Ну, блин. Я знаю, что мы сделаем. Всем привет еще раз. Здравствуй, Паша, здравствуй. Мы сегодня поздравим Жара с днем рождения. Вот. О, кстати, да. Да, надеюсь, он нас услышит. Да, к сожалению, в скайпе он что-то сейчас в офлайне, поэтому... Но если вдруг он все-таки нас слышит, Жар, мы тебя с днем рождения поздравляем, вот. Да, Жар, с днем рождения. Да, ты так эпично два дня назад затащил непроходимую игру на NES в виде какого-то роллера, где там просто последние нервы, наверное, оставил. Это вошло в историю уже просто. Вот, поэтому от имени Киномании, да, все поздравляем дружно Женьку с днюхой. Счастья, здоровья, как бы сказал Джо. Всего самого наилучшего. И побольше креатива в жизни, вот. Ну и все-таки добивание своих каких-то целей. Да. Я не знаю, как у вас, а у меня вполне работает сейчас сайт, и я смотрю оба стрима. Просто у меня не работает чат. Ну вот это потому, если что ты не обновлял страницу. Не обновлял страницу, да. А у тебя все работает. Если ты обновишь страницу, все будет так же, как и у нас. А. Не знаю. Аня, а что тебе выпало? Так у нас одна игра-то на двоих. Одна игра же на двоих, да. А, вы на двоих одну игру выбираете. Да, да, и у нас выпало, в принципе, очень даже годное. По крайней мере, я посмотрела по картинкам в гугле. The Amazing Spider-Man, представляешь? Ёлки-палки, я в него, кстати, не играл. Вот в том-то и дело, мы тоже не играли, поэтому... Хотели, ну да, было бы интересно. Ну, это посмотреть. Хотя бы более-менее нормальное название, и, наверное, игра не самая ужасная, это лучше, чем какой-нибудь RPG с танками, про танки. Вот интересно, насколько она сложная. Вот, кстати, Дима писал, что нет прохождения ее. Это подозрительно на самом деле. Ну, на геймфаке. Блин. Там на какой трэш только нет прохождения. Не, знаешь что, если бы не было прохождения на Ютубе, вот тогда уже следовало беспокоиться. Надо у Никитоса вообще спросить, что он думает по поводу The Amazing Spider-Man. Пинксель Дейл, по-моему, очень любит Amazing Spider-Man. У него даже на майке есть такая картинка. Он часто в ней появляется.
Вот у кого спрашивать надо. Ну а что мы все-таки делаем-то? Где ж нам с зрителями-то пересечься, так сказать? Ну блин, поскольку у вас два канала. Там давали, кстати, ссылку на мультичат Твича. Во, заработал у меня. И чат, и сайт заработал. У меня и работал, да. Ну, на всякий случай, например, давали же ссылку на где мультичат. Ну, мультитвич. А, кстати, да. Можно там открыть. Я не помню, как это запиливается. Ты помнишь, в каком виде? А кто-то запилил просто, ссылку вбросил, и я по ней смотрел первое время. А, во, нашел. А, ну вот, да. Дима ж давал. Вот же. Вот, значит, надо ее всем раздать тогда. Ну, можно в группе, например, объяву вас запилить. Сейчас. А чат тут, кстати, тут чат обоих каналов, да? Получается. Блин, у меня стоит теперь сабскрайбер сгребанный, я не могу включить. Я нажимаю off, и он не оффается. Он, блин, спокойно себя Роза, работает. Роза, ты была такая злая, что у тебя эта команда теперь навечно. No! Я не хотела этого. Дима ветер не выключил. Ой. Кому-то дует. Да. Давай я попробую себя, может быть, отключить этот subscribes. Да, давай попробуем. Ну-ка. А прикиньте, если его нельзя отключить. Да ну. Не, ну как это нельзя? Можно же. Было бы весело. Да, ты представляешь, какая-то вообще какой-то трэш-угар, особенно если кто-то там, типа, тоже случайно включил, решил попробовать все команды вообще этого твича, и тут такая вот фигня. Это было, блин, пояснение. Эту команду можно запустить только один раз. Все поломается. Вот, команды для управления чатом. Я даже, блин, наизусть знаю эту команду, но все равно решила пройтись по тому, что пишут сайты. Вон, subscribers. Ну да, из... Он subscribes only mod. Сейчас, говорит. А если без пробела там вести? Вот, кстати, слушай. Что, просто без пробела? Да. А почему тогда включать его с пробелом, а выключать без? О, сразу все, о, ребята, я вас вижу, да. Такая жесть вообще. Вот очень, значит, криво и недодуманно сделано, в плане того, что реально, когда включаешь subscribers мод, я вам... Прикол в том, что, по-моему, когда включаешь, там вообще не надо писать on-off. Погоди. Там просто subscribers и все. Бывает такое. Вот, кстати, поскольку чат на сайте ожил, и тут сидят какие-то люди, видимо, самые терпеливые, выражаем им всем респект. У меня один вопрос технического характера. Я вот, например, вчера выложил на своем канале на Ютубе. Я вас прерву, извините, ладно? Вклинюсь со своими делами. Выложил на себя на канале на Ютубе запись стрима, чуть отредактированную, поэтому старая запись не работала, я ее удалил. Вот. И выложил отдельно вырезанное обращение в конце по поводу проекта и зафигачил его в ту нишу, которая обычно на канале висит трейлер, например, как у Pixel Devil. И оно, это видео висит все время на главной странице канала. Но я его сделал скрытым, то есть доступным по ссылке, потому что, чтобы оно не дублировалось в верхнем списке загрузок, как самое последнее загруженное, и прямо над этим же и в шапке трейлера. Но выяснилось так, что у большинства людей якобы эту шапку не видно совсем. Вот у меня, например, видно, даже если я захожу как зритель, у некоторых людей видно, которые там уже в комментариях писали, а вот у большинства, вот у Коли, у Ани, у них ничего нет. И поэтому у меня к вам вопрос, видно ли у вас этот трейлер, когда вы заходите ко мне на канал? Или не видно? Потому что если не видно, тогда ладно, я уже открою, пусть оно два раза висит, пока под натиском новых видео не уползет вниз. Ай, ну что, мы тогда, может, начнем играть?
Я вот запустил. А вы уверены, что у вас получится вообще не играть? У нас же чисто на японском, даже ни одного гайда нет. Вообще ничего. Ну, нет. Попробовать хотя бы, посмотрим, что будет. Я сейчас. Мне кажется, сейчас посмотрю. Если вам языковой барьер не будет мешать прохождению, то окей. Так, блин, что-то пока вообще непонятно, как с этим действовать. Есть прохождение, да. За 40 минут. Все нормально. Слава богу. Посидите. Блин. Это лучше, чем. Хотя вот Зару выпала сугубо японская игра на позавчерашнем УГЦ. Ну, у него файтинг был, поэтому там особо и даже. Он его прошел, даже не заметил. Он его прошел. Я до сих пор. Я что-то не могу понять толком управления. Он сам выбрасывает паутину, когда хочет, походу. Ну-ка, я полезу в options normal, rest. О, можно rest себе побольше добавить, да? Не будем добавлять же, да? Чего именно? Я все по дефолту включил. Ладно, хорошо. Я думаю, лучше все по дефолту оставить. Дефолт, мэн. Да-да-да. Иероглифы читать не будем, мы их не знаем. Так, ну-ка, ладно. Да, я хоть тебя побью. Что-то он прыгает так-то. Вообще, прикольно смотрится-то. Ну да, прикольно смотрится. Ничего, такая игра. Ух ты, да как тебя сбить-то? А, короче. Ай, блин, я так и не понял, как паутина. Он иногда паутиной сам как-то цепляется. Начинает. Паутина? Где паутина? Но прыгать на паутине. Да блин, прыгай. Черт, мне управление надо немножко поменять местами. Я не. Как ты вообще паутину? Я прыгал и нажимал на R кнопку, на Shift. А потом он у меня иногда сам паутиной просто при прыжке почему-то. Я не понял. Как вот. Он почему-то два раза пускает, да? Паутина. Не, может один раз. Мне почему-то два. И туда-сюда и кататься. В сторону, да. Ух ты, у меня какой-то человек. Я даже не знаю такого персонажа в Спайдермене. Человек-стрекоза какой-то. Так это как бы даже не персонаж, это так, рядовой враг, придуманный разрабами. Битл. Хотя я не удивлюсь, не, подожди. Amazing Spider-Man уже называется, потому что он по сугубо, комиксу? Походу, по комиксам. Ну да, поэтому, скорее наверное, всего. Это стрекоза была в комиксах. Человек-стрекоза. Стрекозёл. Ага. Ну это скорее оса, да? То есть пчела. А ты вот так вот ты поймешь, да, у которого человеческое тело. Не, но он же Битл. От Би? Стрекоза? Блин, пчела? Нет? Битл? Ну да, его зовут. А, ну вообще, да. Сейчас прилетит еще три такие же, и будет Битлз. Ну, какой-то вообще лошок. Просто ногой в прыжке его валишь. А не если что. Дойдешь до него. А вы друг другу подсказываете, да? Ну как бы да, у нас получается такое прохождение. Кооперативное. А какие правила вообще у вас? Ну, правила, как и в обычном гаунтлете, то же самое. Просто там бонус ведь еще есть, как ты знаешь, да? Ну, в Ultimate Game Challenge, во всяком случае, уже запилили, ребята. Какой там бонус? Ну там бонусы, типа пройти 3 игры подряд тебе можно рерол сделать, пройти 5 игр подряд тебе можно игру пропустить. Что-то такое. Стрим лагает, сайт упал. У меня стрим лагает? Нет, стрим да. Идет. Ну на Твиче, по крайней мере, стрим идет у вас обоих. Так, просто если лагает, так я сейчас не знаю, там что-нибудь поуменьшу. Да нормально. Нормально. У тебя в ОБС дропы какие-нибудь показывает? Ну да, есть немножко. Ну, прям не дропов так-то нет, но он просто предупреждает меня, что типа топ. А, слабое кодирование какое-то, что ли, да? На ЦП нагрузка. А. Блин, он бегает только тогда, когда. Не знаю, когда его хочется. Ну так это самое. И что получается? То есть, если, например, один вас игру прошел, а другой не прошел. Мы можем сделать, ну как бы дальше пойти, но
Чтобы получить бонусы, для того, чтобы вот реролы вот эти все, нам нужно обоим пройти игру. То есть у вас нет рерола, пока вы бонус не заработаете? Да. Ну как бы, мы эти бонусы должны вдвоем зарабатывать. Ну я понял. Ну вот и вдвоем прошли игру на NES. Ну да, значит и мы прошли есть... как бы первую игру. И у вас есть рерол один, да? Нет, еще почему? Надо же три игры подряд сделать. Пройти. Три игры надо. Ну там вот, хотя лучше, наверное, не знаю, как там сайт работает, не работает. Там есть в Гаунтлете написано, как эти бонусы получаются. Я не понимаю этот уровень. Он здесь тупик. Здесь некуда идти. А как некуда? Стопудово есть, куда-то наверх забраться. Но только ты попробуй еще с паутинкой подружись. А тут я уже в здании внутри. Я уже во второй уровень же зашел. Ну я, блин, тоже на втором уровне. Да? Дальше не пускает. А на стенку... О! Блин, он еще не дерется. Ну, по крайней мере, кулаками не машет в то время, пока он лезет. Можно... Ну, а, когда лезет, пока... да. Но он может в прыжке бить ногой. Слушай, реально. А, может, все-таки действительно... А, наверное... Все, я понял, господи, это же было достаточно очевидно. Внизу труба. Ну, вот я тоже по ней ползла, потом думаю, наверное, мне все-таки не туда, и я ушла оттуда. Так. Прям как черепашка-ниндзя какая-то, когда в прыжке бьет. Это как глупость прям, когда с маленькими жучками. Какой-то странный враг, он меня бил, а отнял, вообще почти ничего не отнял, считай. Пока игра выглядит достаточно просто. Ну и хорошо, для меня так это вообще хорошо, у меня, значит, есть все шансы. Ну-ка, что это за труба там? Почему? Ага, ну-ка. Типа секретка. А, вверх, да? Я вот тоже сейчас залез. Ой, ладно, короче, даже не будем... Просто жизни, окей. Он так ходит вообще. Ух ты, ничего себе. Иди сюда! Вот так. В спину. Как настоящая... Спайдер-крыс. Так. Во, я нашла повод. Ну, как можно передвигаться быстрее, в общем. В смысле, бег или как? Нет, прыжками, ну да, прыжки. Я тоже так же передвигаюсь. Не знаю, как вам, по мне, игрушка, по-моему, прикольная. Да, ничего такая. Ну, приятная. Анимация хорошая. Чё, но... Мне кажется, что надо вверх, но давайте сходим вниз. Я пойду вверх. Да, тут чисто такое. Да, вверх все-таки. Конечно, если здесь одна жизнь. Нет, тут три жизни. И нет контов, тогда. Блин, ну тут время кончается, оказывается. А, я слишком долго в начале. Блин, три секунды. Сколько жара было на фантоме. Да падай вниз ты, паук. Куда бежать? Одна секунда, ноль секунд. Так, давай быстрее. Спайдер! Тайм-аут, блин. Ну, кстати, будет интересно, действительно, есть ли тут конты. Ладно, тогда игнорируем врагов просто. Блин, тоже три секунды. И тоже тупик, да что за фигня? Слушай, реальные лабиринты. Да-да-да. Ну, короче, я, кажется, поняла. Как, чё? Да. Эх. В общем, учишь маршрут. Ну, смотри, мы с тобой одинаковые, идём, считай. Даже... Сверху Коля или Аня? Кто сверху? А, в мульти Твиче-то? Ой, это, наверное, лучше Паша скажет. Хотя я могу, конечно, наверное, на паузу. Ну, у меня сверху Коля. На паузу нажать. Блин, тут, да, вставать не может, поэтому ползет. Колян слева, говорит. Почему все пишут, что сайт у всех работает? Не работает только у меня, что ли? В чем дело? Не только у тебя.
не работаю. Он то работает, то ли не работает, походу. Давай быстрее. Ну, в конце концов, как в старые добрые времена на Твиче. Как все начиналось, так и... Да, ностальгия, так сказать. Вот он баран какой, слушай, прям прет на тебя, ноп. Я. Блин, да, он противный. Ой. Ничего, доведем мой сайт до ума. Всему свое время, на самом деле, да. Самостоятельность дорогого стоит. Стараемся сделать все красиво. Да, ну что ж ты пёртый такой? Блин, офигеть, а эта муха зато так много отнимает. Которая жёлтая? Ну да. Как 5 ударов вот этого мужика огромного. Так а смысл тогда этих мужиков жирных пилить? Что-то... Как-то не очень логично. Блин, ты попадает в эту дырку. Ностальгия по Твичу, да. Кстати, а там не написали по поводу вот моего вопроса по Ютубу? На секунду. Я думаю, те, кто сидят на Твиче, поймут, зачем. Так, а это кто? Это этот? Как его? Забыл. Доктор Ящерица, точно. Он самый. Ты же дошел? А, да. Блин. Я остановилась, оказывается, чтобы там сделать свои маленькие дела, и, оказывается, тоже дошла. А, там Дима пишет. Димка, я... Сейчас. Что там, Дима, где Дима? Сейчас, погоди, Димон. Сейчас все будет. Отпусти. Это босс, господи. А, не, хотя он вырвался. Ну-ка. Отпусти меня, нифига себе он. Блин, я его почти убил, а? Нет. Ах, ты схватил. Блин, я почти его убил. А ты смотри на него, какая гнида-то. Ну да. Он отпустил и сразу 5 хватает. Чё это за... Адло, короче. У меня под... Ах, опять заново. У меня что, иногда подлагивает или что? Ну я сейчас просто, у меня еще 2 стрима, оказывается, во вкладке играли, поэтому я их отключил. А, так выключай вообще. Я Ну буду... я их и выключил, да. Блин, у меня, кстати, 0 жизней. Если есть здесь конты, очень интересно. 0 жизней? Подожди, я где-то жизнь находила себе. Да, я не находил. Так. Давай, ползи быстрее, слушай, ну он такой дотошный прям. И зачем надо было сделать такую длинную трубу? Он так забавно скачет, когда быстро нажимаешь. Кья! А ты все-таки тоже не прошла, да, босса? Нет, он меня, блин, отпустил. И давай я опять со мной обнимашки устраивать. Я бы его убил, но я пришел к нему всего лишь с половиной жизни. О, кстати, на такой случай... Есть же тут где-то сердечки. Ну да, сердечки попадаются. Так, здесь вроде вверх. Нет, не здесь. Блин, все такое одинаково, еще хрен запомнишь, куда надо на самом деле. Ну-ка, давай быстрее, надо калька догнать. Давай, давай. Я хочу в сердечко найти, где-то оно было на моей памяти, но... Долбаная муха. О, сердечко. Оно, кстати, очень, их очень много на самом деле. И почти в каждом тупике лежит сердечко. Вот, кстати, тупик. Нет, там не тупик. Идём о, дальше. Я опять пришел к этому. Прям рядом с боссом лежит большое сердце, если что. К нему да, подходить. Да, вот я о нем говорил. К нему что... подходить, что ли, нельзя, походу, близко. Да. Он же все тебя пригрел? Ай, нет, 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 держись. Да блин! Не хватай меня только, пошел вон. Я знаю. Да блин! Ой! Ой-ой-ой! Ах ты сволочь! Да ты сволочь! Надо как-то вовремя отпрыгнуть. Блин, он меня вынес. Да, слушай, он лизер-то. Да. Еще такой.
Кстати, continue вопрос. Блин, во, реально, нету звука игры. Я думаю, чего-то не хватает. Нету звука игры. Точно. Интересно, почему? Блин, чтобы ее слышало, надо в микшере почти на полную включать. Кстати, а у меня-то вообще хоть слышно? Может быть, мне тоже погромче сделать? Ну, по крайней мере, все молчат, и я поэтому так спокойно и сижу, и даже не переживаю по этому поводу. В общем, конты бесконечные. Можно спокойно проходить эту игру. Угу. Не, ну то, чтобы пройти-то, мы ее пройдем. А, кстати, сейчас, погодите, я Диме обещала. Аня тоже звук пусть включит. Но все-таки у меня тоже звука нет. Ну, по крайней мере, у меня играет, но очень-очень тихо. Сейчас сделаю погромче. Так. Так, я вроде все сделала, что хотела. Только, правда, чат себе прикрыла. Сейчас. Еще погромче надо сделать. Да, блин, ты уже не пока я там ковырялась, уже, наверное, далеко в трубах канализации. Вообще, мне интересно, эта часть вообще, ну, скорее всего, по мультику, да? Да иди! Это, скорее всего, по комиксам. Был мультик Amazing Spider-Man? Да, был, по-моему. По-моему, в 60-х он так и назывался. А, погодите, мультик, который шел когда-то на Fox Kids, он Ultimate? По-моему, не Ultimate, по-моему, тоже не Ultimate. Не, а, ты что, мультиков было до хрена ж. На Fox Kids шел Spider-Man, который 95-го года, 94-го. И как он назывался? Просто Spider-Man. А, просто. Ну, его как, у него такое негласное название TAS, то есть The Animated Series. Mm-hmm. А 60-е, самый первый мультсериал, по-моему, назывался Amazing Spider-Man. Потом 80-е еще был какой-то Spider-Man и его удивительные друзья, его подошли два показывали на новом. Удивительные друзья? Ага. Он там вообще какой-то очень странный. Я его пытался посмотреть, и потом думаю, нет, это что-то не то. А после вот тасовского было вообще до хрена всяких, компьютерные, и там про антиземлю, и... Это где Веном и Карнаж, вот это, да? Они там что-то... Блин, ну... Я его так хорошо бил в первый раз, а теперь не могу. Первый раз тоже было, очень даже не... Сейчас читает. Насчет Венома и Карнажа не помню. Помню, что в этом про антиземлю... Землю был зеленый гоблин, он был хороший. И он закончился не хэппи-эндом. Там земля взорвалась и все погибли. Звуков все равно нет, есть легкий ультразвук, удар по кнопкам. Очень странно, потому что у меня на самом деле. Подождите, по-моему, в самом же эмуляторе можно настроить это дело. Сейчас попробую здесь подкрутить. О, другое дело. Я совсем забыла, что я когда-то. Вот, я думаю, так будет достаточно. Так, я опять отвлекусь немножко. Вот так вот. Все, поехали дальше. Так, ну теперь звук должен быть громко. Ну, не то чтобы громко, но хотя бы слышно. Не знаю, вот у меня интересно, нормально звук слышно или нет? Мне лично нормально. Мне, по крайней мере, главное, чтобы звук не прикрывал тебя, твой голос, чтобы я слышала все. Ну что там, как тебе успехи? Я не могу этого лизарда завалить никак. Вот так вот. Я ему уже раза четыре. Там, блин, на потолке можно иногда, не знаю, тусить. Ну просто он же, по-моему, не бьет, да? Нет, он просто сидит, таращится тебе. Я в первый раз его зажал в углу, просто бил подсечкой. И почти всю жизнь ему снял, но он потом выскочил оттуда, начал меня валить. Блин, что-то я забылась, куда надо правильно идти. Вот, все. Так. У меня почти не слышно игру. Блин, сейчас.
Ну-ка, если я зайду в какой-нибудь конфиг... Да-да-да, там на саунде. Мне еще давным-давно, с тех времен, когда я пыталась обильно задрочить радиус третий, это и стоит настройки. Вот так. Тихо. Блин, а по-моему теперь громко. Вот так вот. Так, сердечко, и погнали. Ох, как эффектно. Блин, как правильно. Если делаешь нижний удар, он все равно тебя хватает хватки. Ну да, надо его ударять, а потом отбегать от него, чтобы, потому что когда он к тебе близко подходит, он тебя хватает хвостом. Надо не подпускать его близко. Да! Он просто бьет, и как-то ты еще не успеваешь дуплиться, он уже... Ну да, да. В объятия своего хвоста, окей, оу, все, я минус. Как-то удар, а потом надо от него отскакивать. Я пока сам тоже толком не понял, как его бить. Да, отстаньте от меня, мразота, мне некогда. Ах, 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 как вы его сейчас хорошо побил-то, а? О, не надо хорошо его бить. Почему? А ты хочешь впервые пройти? Я не хочу оставаться с этим еще на полчаса, я тоже хочу. Да ты пройдешь. Да когда-нибудь, это естественно. Только вот я все равно сейчас походу солью. Нет, не надо, ладно. Нет, я слил. Я не могу. Не могу без тебя уйти дальше. Вот, правильно. Это, кстати, уровень 2-1. 1-2, да? То есть мы еще первый уровень не допрошли. Ну, да. Замечательно. Видимо, там еще будут такие же коридоры. Ну, коридоры. Канализация. По-другому, наверное. Так как лабиринт. И хочется сказать, что это коридоры. Сейчас наверх, по-моему. Да. Все время забываю маршрут. Вроде помню, но... Когда внутри... Ой. Какое? Этот враг. Ну, отлично, у меня теперь все хорошо. Аня, ты вообще как-нибудь со Спайдерменом? Чё смотрела, читала? Ну, смотрела по фокс-кидсу, читать ничего не читала, потому что в моем тинейджерстве, в моем детстве встречались только комиксы по Микки Маусу, которые я ходила читать даже в библиотеку. Потому что не было возможности купить, поэтому приходилось как-то... А, не надо, не надо обнимашек. Слушай, он очень долго держит, он... Ну да, да. И очень дофига снимает. Да, очень. Ну-ка. Блин, ну в принципе... Да. Ну погнали, погнали, давай. Спайдермен вот. Ладно. Говоришь, можно на потолок, да, засесть от него? Блин, я ему почти вообще ничего не нанес. Теперь будешь там сидеть, прятаться от него. Он меня не сможет, да, достать? Я не знаю, попробуй. Ну, по крайней мере, он бьет хвостом вроде не с огромным радиусом. Ах ты. Блин, можно залезть на потолок, потом спрыгивать с него ударом ногой, а потом обратно на потолок залезать. Ну, это как вариант прохождения. Коля, Николя, кухар. С какими играми познакомился в 2015 году? Блин, еще, по-моему, ни с какими. Как-то прям вообще в 2015 году особо не до этого было. Прям, значит, вниз. Ай. Такой этот враг быдло вообще прет прям. А, хотя не, я вспомнил, с чем я познакомился, с Just Dance'ом. О! Блин, наверное, это прикольно. Да, это прикольно. И очень смешно со стороны.
Я так думала. Я помню, как я впервые увидела Москву марш, сколько у меня было эмоций. Что-то я точно туда, я что-то забыла уже. Да. Да, блин. Коля, Аня, вопрос, что было с сайтом? Ай. Кто бы знал? Ну да. Да, блин, пикай давай, дядька. Сейчас-то все хорошо работает? Ну-ка, дай-ка я проверю. Кстати, не знаю, потому что я смотрю, встречал тебя. Я вот тоже. Так, как бы... В принципе, тактика к нему... Удар в прыжке и быстренько, не знаю, упрыгивать от него может сработать, но он все равно так как-то... Ну да, противный. Не, у меня сайт не работает. Да? Да. Понятно. Я ему ножка ничего не нанесла. По-моему, пока самый эффективный удар — это подсечка. Вот. Точно, есть же... Ну-ка, если... Ну просто... Очень часто, когда ты его бьешь подсечкой, он как бы отскакивает, а потом рывок к тебе, и он как раз хватает хвостом. Иногда его начинает глючить, и ты ему 5-6 подсечек проводишь. Да, я поняла, что уже надо с ним делать, наверное. Да. Слушай, он прям так, прям вообще хардкорит. Не надо. В общем, я поняла, но теперь главное, чтобы еще руки поняли, что я хочу сделать со Спайдерменом. А, черт. Хочешь сказать? Ну, не знаю, смотри. Ладно, пока не скажу, если прям совсем. Вдруг все-таки пройду первое. Так, а может я его все-таки сейчас завалю? Я его завалил! Да. В общем, небольшой прыжок с ногой, а потом подсечку. Я вот так вот делал сейчас. Да, я, блин, била его, потом залазила наверх, потом спускалась, била и залазила наверх. То есть вот так вот, таким вот образом. Росомаха, привет! Так. Вторая любимая игра на PS2 после Колоса. 12-я финалка. Давай спрыгивай, мужик. Блин, ну я теперь тоже хочу пройти его. Так. Что? У меня звук и видео замедленно? Это как это? Как может на стриме быть замедлен звук? Может подлагивает? Нет? Я только так понимаю, замедленность звука. Это очень странно. У меня никаких ни дропов, ничего не выскакивает. Блин. Какая-то... Удар в прыжке... Удар в прыжке на него такой... Нихрена себе, он меня снял с потолка, представляешь? Да? Да. Короче, я прям впрямят. Давай. Черт, я хочу убежать куда-нибудь, спрятаться и глупо плакать. Он меня снял. Лазеры. Ай, замечательно. Здравствуй, Максим. Блин. Что там, 2-2 идет? Круто там или так же? Такие же коридоры. Какая-то фабрика с лазерами и лифтами. Oh. Это же не фабрика, это... Я не знаю, что это, лаборатория. Все на японском, блин. Коля, Николя Кухар, как думаешь, на пенсии будешь играть в финал 55? Ой, я на самом деле не знаю. Ой, там уже это будет в Final Fantasy Remastered там какой-нибудь. Так уже есть 10-е HD переиздание, например.
О, да? Ну да. Я сколько раз пыталась, ну, не поиграть. Да, уйди ты от меня. Не играть именно, а посмотреть вообще, что там за сюжет, как там, что десяток финалки. Я все время под конец засыпаю. Так а сразу конец посмотри. Да? То есть, в принципе, все, что происходит в игре, это не важно, да? Ну, если ты говоришь, под конец засыпаешь. Ну, не под конец, учитывая то, что геймплей игры over, не знаю, сколько часов. Ну, 40, там, не знаю, да. Так, а как там можно... А, во, можно вниз спрыгивать. Вообще, отличная идея. Коля! Да, у тебя никак не получается. Да я, блин, не запарываю то, что вечно надо все сначала. Сделали бы... Хотя, нет, если сделали чекпоинт, это было бы... Козольщина! Не, по-моему, игра достаточно... Ну, нормальная. Бесконечными контами, тем более. Короче, я сейчас не знаю, попробую включить бешеного, я не... Очень... Не надо. Его как-то можно и... На удачу попробовать побить подсечками. Я его один раз в углу зажал подсечками. Давай, давай! Все. Получилось? Да. О, Мистерио, твой любимый. О, да. Я надеюсь, он тут будет убиваемый. Коля Николя Култар бы хотел сценарий писать для игр. Да нет, у меня никогда такого желания не возникало. Что это за гадость? Труп. Он вообще элементарный, походу, если это все, что он умеет. Что-то я, походу, очень неаккуратно себя веду. Так, и последний удар ему. Все, я его убил. Он очень, очень простой. Чего тупик? Передаем привет Якутии. Просит передать. Привет. Блин. Мне теперь тебя догонять. Следующий уровень достаточно простой. Ничего сложного нет. Следующий ты имеешь в виду... Ну, вот где Мистерио. Ну, после ящера. А, 2-2? Ну да. Ух ты. Блин, сбивают, ладно. Ничего себе. Стоишь вроде за километр от электризованных. Щитков, а все равно получаешь дамаг. Ой-ё! Ух, ага, в этом уровне же яма есть, где можно сдохнуть сразу. Замечательно. Ну правильно, не все же тебе по стенам ползают. О, а тут можно вообще прямо по заднему фону ползать. А, это тупик? А, вот оно как. Хорошо. Пф, отстанет стенки. Ясно. Так. Ой, блин, ну как это я так неаккуратно-то? Так, ну-ка. Ой, кажется, дошла до Мистерио. О, какой он. А я думаю, ты слишком мягок, и надо применить наше первое правило. Короче, я сейчас попробую способом, который я нашла. Лол, да вообще ни о чем. Просто мужику даже ничего сделать не дала. И это главный злодей. Фу, вообще такими быть. А ты сейчас где? Я забила Мистерио в углу. О. Блин, а вот это уже такой... Хотя тоже, в принципе, несложный уровень. Но тут можно свалиться и сразу всю жизнь потерять.
здесь надо быть очень-очень. О, то есть надо быть, короче, очень аккуратным, но знаешь, куда нужно прыгать, правильно? Ну-ка. Ну там на самом деле одно место, где вот прямо прыгаешь в пустоту, считай. Блин, опять какой-то непонятный мужик, откуда его взяли? Что-то мне кажется, что убили вообще врагов в этой спайдермене, оно какое-то несерьезное на самом деле. Может быть, конечно, стоило подключить хард, посмотреть, как оно будет на харде, но просто... Да. Как-то скудно, я бы даже... А мы играем-то на чем? На нормале играем-то мы? Да. Ну и нормально, чё? Это... Вот так вот он убивается? Да ладно. Вы вот серьезно, что он вот так вот убивается? Это весь босс. И это вся тактика. Ну, пузырьки. Мегамена на вас нету. На дефолте. Кстати, хочу сделать объявление, что я на следующей неделе, я так думаю, не знаю еще точно, я определюсь днем, в четверг это будет или среда. Я хочу застримить одну замечательную игрушку. Пока не буду, естественно, говорить, какая, а потом уже в этом, в анонсе все увидите. Ух ты! Я не помню, как зовут этого мужика, поэтому... А ты его знаешь? Да. Я вот его сейчас убил. Могу тебе сказать тактику элементарнейшую. Он, хочу. По-моему, уже в этой же сидел, как его, в коляске. Да? У него такие хрени торчали с плеч. Ну, потом что-то там с мутацией, ну, я да. Так полагаю, логически. Это, может, как в каком-нибудь последнем сезоне было. Ну, я не... Я, кстати, вот это даже 94-го года. Серьезнее будет дядькой. Он элементарный. Да? Да. Он меня на самом деле... Вообще очень просто. Может, он на тебя... Да, ну иди вон. Ползешь к нему и все. А, чисто. Он не тебя вообще не сможет достать. Да? Да. Попробуй меня. Слушай, реально, он не понимает, что я. Да, да, я говорю. Слушай, ну это на самом деле несерьезно. У меня просто как раз таки осталось очень много хп, и тут ты мне говоришь о том, что можно ползать. Слушай, он меня хотел плоть. Пнуть хотел. Он меня схватил! Не. Вернее. Блин. Ладно. Так. Ух ты. Очень странная хрень. Непонятно вообще, что это. Очень интересно его выкидывает из стен. Нет, закрывающихся. Из стен? Я не понимаю, почему Спайдермен при том факте, когда он свою паутину с рук выплевывает, он выплевывает ее не куда-нибудь вперед, особенно, ну, если ты стоишь лицом, там, допустим, по направлению игры, там, вправо, да? То есть он пускает ее куда-то влево. Почему? Подожди, если ты стоишь... Рефлекс, что ли? Может, я не ту кнопку жму? Не, у меня вроде стреляет туда, куда и... Куда надо, да? Да. Ладно, может, возможно, у меня косяки с управлением. Потому что стоит у меня все под мой градиус. Так, мужик. Ползти под... и ножкой. Ползти да. И ножкой. Ножкой ползти. Все. Я не пойму, тут как будто тебя что-то замечает, и двери начинают закрываться. О, так там может быть уже этот... Серия Metal Gear. Как там? Ай! А, по потолку. Все. Или Metal Slug, и что-то я... Подождите. Metal Slug, что-то я уже не очень. Не, Metal Slug это просто стрелялка. Точно, твое любимое. Да-да-да, именно. Ну так, конечно, блин, как-то скудно, что он не понимает именно. Да. Ну ладно, хорошо. Давай, еще один раз. Блин. Да ты издеваешься, мужик, ты чё? Воу, не надо так делать больше. Ладно, пофиг с тобой. Максим, не оправдывайся. К
Коля, можешь у себя звук голоса чуть тише сделать? Аню сильно перекрикивает. Ну, это может... А, да? Да, не знаю, на самом деле. Пошли. Тогда извиняюсь, но сейчас... Вот. Если прям сильно, тогда вот так вот. Ух ты, прикольно! Прям как этот... Веном. Если я не ошибаюсь, конечно. Ну, Веном черный такой. Да. Пускай будет зеленоватый, но другому не мешает. Мне-то быстрее, мужик. Давайте просто уползем от него, даже не будем с ним сталкиваться. Типа по стелсу. Походу, реально, просто подползаешь и бьешь подсечкой, это вообще очень эффективная тактика. На любых боссах? Ну, на врагах тоже. Подсечка в этой игре тащит, вот что могу сказать. Мне очень не нравится, как ведет себя Человек-паук, когда... Он ползает по стенам, что он даже не может, там, допустим, кулачком ударить или там ногой. То есть, ой, лол, куда это мы? Это хоп-гоблин. Не предай... Зеленый гоблин, ладно. Давай, прыгаем, мужик. Что-то было не так. Бессилил. Да ну, идиотизм. Ладно, подождем. Мне какие-то трудности с очень... Ух ты, какое... У меня кончилось время, кошмар. Прямо на боссе. Давай... О. В общем, блин, а что же делать? А ты там сейчас где? Так, через верх. Я пытаюсь пройти по уровню. Там, где еще назад может откидывать. А, с этим телепортом? Да, да, да. А, ну вот я тоже, я сейчас на боссе сдох. А, время же точно. Мне как раз не хватило времени, да. Тут так что опять надо бежать. И нет, особо не тормозить. У меня тормозить. Там дверью проблемы были, блин, я не представляю, как тебе сбежать. О, ванап, отлично. Блин, сдохни. Ты нашла жизнь? А, да. А зачем здесь жизнь, если ты все равно, кстати, начинаешь с того же уровня? Ну, чтобы я не знаю. Вообще для чего? Может на харде? Ах, ой-ой-ой-ой, забыл. На харде, может, ты все-таки не начинаешь? Да, блин! Я очень бесит здесь. О, ладно, это сердечко, конечно, спасибо. Что он не может нормально в прыжке долбить. Да опять я... Блин, 24 секунды. Мне кажется, что я уже тоже своей дверью пустила момент. О, еще и... Так. Стормривер, Айленшторм, да. Они уже все закончили. Мы вроде с Серёгой говорили, что где-то после 10. Что уже прям моя очередь. Даже 9 нету. Ну да, 15 секунд, я думаю, не хватит. Ух ты, гоблин. Егор там сейчас будет? Что там еще, ребят, происходит? Сейчас же, кстати, на ДФе стрим идет по Гигеру. Ух ты. Ну да, мне еще... Откуда у меня столько хп стало? Это я так все растратила ни к чему. Что-то как-то, конечно, когда он летает, не очень. Да, да, он такой противненький. Он всегда был противным даже.
потому что пользуются паутиной, но это такое себе на самом деле. Я, кстати, на боссах особо не заметил пользы от паутины. Ну, я пыталась, не знаю, да, придумать какую-то хрень как раз-таки с этим, с Лизардом. Я не придумал лично с паутиной. Что ж ты? А, запрыгивай. Что за хрень? Блин, я как ухожу с поля зрения, а дверь начинает закрываться. Ай, да что со мной не так? Что, тебя гоблин валит, да? Да мне не гоблин, мне дверь. Дверь валит? Дверь мне запили. А какая дверь? Когда ты там внизу этот переключатель, он? Да, да. А ты сначала ждешь, он как... Ты поняла там? Ты сначала ждешь, пока дверь откроется, а потом уже запрыгиваешь туда. Да я поняла, да. А, ну, в общем-то, и все тогда проблем быть не должно. У меня проблема, когда я выхожу с этого... Блин. Да чтоб тебя, гоблин. Хоть меня пинать. Ай, какая серьезная игра, конечно. Блин, а тут еще тут больше, блин, из-за времени проблемы, чем из-за того, что у меня жизни. Я, наверное, опять даже не успею сдохнуть. Особенно если рюки-крюки у кого-то, так это вообще сложность. Не, я успел сдохнуть. 2 секунды оставалось. Где Паша? Паша, видимо, ушел. Вот так можно. Зашел. Пошел по делам. Ничего не дал? Ну-ка, даст жизнь? Нет, не даст. Хрень на потолке. Как тебя убить? Блин, мне опять со временем не вписываюсь, блин. И вот эти вот меня тоже кумарят, потому что когда ты прыгаешь, он сразу тебе дамажит вот эту вот штучка, дрючка. Это какая? Ну, когда ты убиваешь врага, и открывается дверь, и там наверху ползет такая ересь. А, ну да, да, есть такая. Вот, она меня очень смущает дико. Блин, да вы... Ты чё, охренел? Да... Серьёзно, муха. Сокотуха, блин. Я, короче, потратила кучу времени, жизни. В общем, походу мы здесь надолго. Нет, я в качалку не хожу. Как же турнички? Да блин! Ну, не фанат. Пытался его, блин, когда он летит на тебя снизу, что ли, ручками? Конечно. И прыгаешь еще все время, я, по крайней мере, не вовремя. Да я, кстати, тоже. Меня просто унижает вообще, как хочет. Ну давай, гоблин, иди сюда. Понятно. Ух ты, блин. Комп противный, а? Просто невероятно. Да, есть такое. А сколько всего в игре уровней?
Хороший вопрос. Не знаю. Ну и, по идее, нам знать не положено. А так... кто еще остался из таких вот, ну, достаточно банальных боссов? Не знаю, какой-нибудь... Ну, там же очень много, на самом деле, у Спайдермена врагов. Как минимум еще вот так, Тайус, он должен быть вот, по-любому вот же. Тоже, что он обязательно будет. Может, даже где-нибудь в конце. Ой, да ладно, неужели с этой дверью? Разобралась? Да. Блин, я никак не пойму, как его бить. То есть просто как-то бежишь на него и ударяешь ногой. Такая тактика. Ты когда идешь, кстати, когда дают тебе сердечко, перед там буквально пару этажов остается до... Скажи мне, я тебе скажу. До гоблина. Ты тратишь вообще жизнь? Потому что я трачу и прихожу к нему с неполным... Ну, я сейчас вроде совсем чуть-чуть не хватало жизни. Но, блин, у меня все равно завалил. Я ему даже еще половину жизни не снял. Наверное, тут какая-то тактика все-таки есть. Понятное дело. Не, ну до этого босса как-то вообще без тактики особо валялись. Даже этот Лизард. Это мужик какой противный. Спидран. Вот так, теперь кот он его. Плюс. Стоп. Как всегда, хочу в телепорт сразу нырнуть. Ну, правильно, чем нет. Там. Шумичка, гад. Рекомендуют мне подкачаться. Да, немного, всем не помешает подкачаться. О, да. Не знаю, у меня сейчас на это вообще времени нету. Стримчики ведь. Стримчики или подкачаться. Вот. Сидишь такой, выбираешь ты вечером. Думаешь, не, все-таки стримчики. Правильно выбирать тайминг, прыгнуть. А паутина на самом деле что-то мне не особо. Он тем более может ее легко сбить, и получается, что все равно. Да блин, и он все равно по своей какой-то траектории летает. Ну, да, ну не, нафиг паутина. Он, у него как бы две траектории. Либо сверху он начинает, либо прямо на тебя летит понизу. Блин, как с таймингом. Да, я чувствую себя бревном, которое ничего не может сделать. 35 секунд надо в запасе, бегаешь, прыгаешь ногой в воздухе. Ой, бомбы прям в голову летят, так замечательно. А-а-а. Конечно. Да блин, прямо в бомбу, а? А, это нормально. Мне не нравится. И опять бомбу. Привычки. И даже две поймал. О, зато я вот два раза успел ударить. Все равно греб. Ай, ё-моё. Не, да, где-то уже половина жизни стекла, но у меня такая писечка. Какая? Ну, блин, одно деление уже. Вообще, я только хотя бы три было, а теперь одно. Да, блин, я все бомбы собираю, а. Я не совсем пойму, как он действует. Иногда его нормально бьешь, иногда он в тебя прям уже бомбу кидает, пока ты к нему бежишь. Да, тебе, наверное, не особо поможет то, что я скажу, но я действую как. Он, когда влетает за экран, надо отойти много, естественно. Да, блин, что ты меня бьешь? Что такое вообще? Так вот, отойти немного и прыгать. Если ты прыгнешь вовремя, то ты даже ударишь. Короче, я хреново излагаю свои мысли, поэтому не слушай вообще, что я тебе сказала. Делай все, как считаешь нужно. Алан, зачем он мне нужен? Да вряд ли я пойду на Терминатора 5. На самом деле.
Новая тема, качаться или не качаться? Кач, кач, кач. Да ну давай, еще замести меня. Мне в сердечко. Мне в сердечко. Спасибо. Слушай, оказывается, все-таки не так-то все и просто. Ну, это здорово, на самом деле, когда играем. Вроде бы сначала легкая вся такая себя, но потом потихоньку она начинает увеличивать свой темп, свою сложность, чтобы дать тебе понять, что она не совсем уж казуально. Как там управлять? Как твои там успехи, Коль? Да я не могу гоблина забить, он меня валит, и я даже ему полжизни не снимаю. Считаю, что мужик. Блин. Да блин, что я не выстрелил-то? Айншторм на Dandy Forever, да, я сыграю, да. Блин, вот надо же пройти игру. Так а, подожди, у тебя тоже сегодня стрим на Dandy Forever? Но мне Серег с Полом предложил сыграть в аркадный Айншторм, да. Я ему сказал, что, наверное, часов в 10 можно будет. Ну как, мы же хотели, да, часа 3 постримить. Ну да. Ну вот, я думал, часа 3 постримим. И я пойду спокойно на DF. А у нас тут перерыв был 40 минут. Блин, ну что теперь с этой игрой делать? Ой. А, он полная жизнь. Ладно, 43 секунды. Как-то надо аккуратно. Не, ну, раз я ребятам обещал, надо... Будет идти. Да, блин, тайминг. Дай тайминг. О, что это? Он еще кидает что-то. Спайдермен-то. В смысле, паутину? Э, я только сейчас об этом узнала. Что, ты не пробовал паутину кидать в него? А как же? Нет. Как же так? Блин, я за этим теперь, короче, полностью пошкварилась. Ай-яй-яй. Так. Блин, так хорошо его валил. Опять начал огребать. А, не успеваю среагировать. Да блин, ты ж подкисну. Опять бомбу. Ай, только не бомба. Ай, на... О, как я его прям задамажил, да? Красавец. Ладно, я думаю, что в принципе пара попыток и уже должно все встать в свои места. Ну, он, кстати, не... может быть я его даже сейчас убью, вот не знаю. Убьешь, молодец. Блин, ну только я хотел тебя опередить, так нечестно. Ну мы вровень, в общем-то, идем. Неплохо, я бы сказал. А, 10 секунд 9, а? Надо бы его реально... Хотя не... О, я его убил! Вообще. Да ну, блин, зачем? Ладно. Я думаю, мне тоже... Да! Все же обычно не там было. Телепорт, why? Подожди, там пароль что ли был, да? Или мне показалось? Не знаю. Я не вижу, что у тебя на экране. 4-1. Ну-ка, давай. Да, обычно с этим жуком проблем не было. Что за хрень, я сейчас по таймингу не успею. Блин, ну вообще нормально, да? Муху туда засунуть, которую нифига не видно. Интересно, блин. Капец. Ну как там у тебя? Да, у меня сейчас теперь с телепортами беда. Да я обычно ползла просто на пофиг от жука
убивалась, ну как убивалась, задевалась. И спокойно себе уже летела дальше. А тут у меня теперь с ним проблемы, видимо. Да. Я теперь поняла, почему он не бьет, когда на потолке. Лол. Потратила времени, конечно, колоссально. Я, кстати, тоже все время про этот телепорт забывал, но в самый последний момент останавливался. Ух ты, блин, сбили еще меня. Прыгай. Тихо, тихо. Блин, что, ему на огонь пофиг, что ли? Вообще, реально, зачем тогда этот огонь вообще? Да залезай. А вот на гранаты не пофиг. Серьезно? Че? Блин, я столько жизни потратила, и как я теперь сейчас... Иди в жору! Сволочь ты такая! Лучше б сердечко мне дал. Блин, я с половиной жизни пришла к этому гаду. Следующий босс — Скорпион. И он... У него тоже тактика — ползи. Ползучая тактика. Ай, прям до бомбы! Плавать? Ну, да, плавать умею. Не то чтобы очень хорошо. Сразу не утону. Блин, на самом деле был бы хороший трай, если бы я долго времени, ну, много времени не потеряла на телепортах, потому что все идет там хорошо, но 2 секунды времени — это не очень. Зато следующий уровень достаточно простой. Я тебя хочу обрадовать. И босс лох. Окей. И тут реально есть пароли, вот еще что. Да. Продолжай. Нет, ползи. Фу ты, блин, ну такое дерьмо вообще. Кто это придумал? Босс Пролезает уже полтела, он что, не может под себя... Да, это собрать, очень... Прямо да. Замечательно. Еще и дамажит эта фигня. Такой бред. Разве дверь дамажит? Да ладно. Да нет, я про ту хрень, которая... Ассоциация была, что типа с Веном. И опять, блин, время только потеряла. О, следующий Веном, кстати. Да? Ну да, уровень вообще очень простой, зато. Так, а это похоже на Лизарда. Ой, ну Веном тоже противный, так-то дядька. Ну-ка, тактика ползи на него работает. Ну почти, я ему уже почти пол жизни снял. Здорово. Ванька, справляйся с гоблином, он... Реально, наверное, самый сложный пока босс вот. Да он не сложный, блин, у меня сложности с тапом возникает. То телепорты, то двери, то и какие-нибудь хрени. Вот я бы, допустим, сейчас бы в прошлом трае его бы забила, на самом деле. Но просто мне не хватило времени. Потому что я очень много времени всрала по этапу. Какую первую группу играл на PS3? Ну, Gran Turismo 5. Я ее купил вместе с PS3. В
комплекте. Ну да, боссы, кстати, достаточно примитивные. Хотя все-таки гоблин ничего. Пришлось с ним попотеть. Во, наконец-таки. Блин. Да, Веном на Лизарда очень похож. Да? У него жизни побольше, да. Это мне не очень обрадовало. Но зато тут больше места, можно... Наверное, тут тактика прыгай ногой. Все-таки, потому что мне не нравится тактика ползи. Блин, хотя он сбивает, и ногу тоже сбивает. Офигеть, он прямо в полете сбивает мой удар ногой, а? Ну что за хрень? Да. И тут надо, видимо, аккуратно использовать тактику ползи. Удар, отпрыгиваем. А хватит ли мне времени на это? Удар, отходим. Удар, отходим. В общем-то, игрушка ничего, да. Но не скажу, что прям шедевр. Подловил. Игра первая, в которой я поиграл на Xbox 360, наверное, GTA 4. Но Xbox у меня никогда не был, я его в основном у подруги своей играл. Блин. Время. Может, не надо? И он еще начал мне попадать бомбами на зло. Ну уже давай, один удар. Да, елки, ты что издеваешься? Porsche Need for Speed никак не отношусь, не играл. Хотя, может быть, все-таки тут можно как-то тактику ползи использовать. Сюжеты к играм хочешь писать? Сюжеты к играм хочешь писать? Не, а меня, кстати, уже спрашивали сегодня тоже. Еще раз. Потом еще раз, через полчаса. Ну и могу еще раз ответить. Нет, я вообще сейчас вообще писательский деятельность меня вообще не привлекает. Да, козёл. Поэтому и обзоры я даже и не думал снимать. Это ж тоже наполовину писательская деятельность, сценария. Букашки, блин, реально кумарят. Ух ты. Ничего себе. Тебе тут-то ползти не хочешь, Спайдер? Что опять с тобой не так? Блин, а Веном все-таки не так и прост. Ну хотя да, это ж Веном. Ну да. Да, ребят, спасибо, я наконец-таки его одолела. Да блин, просто у меня с уровнем не очень удалось. Это было бы намного быстрее, он на самом деле не такой уж сложный. Ну ладно. Ну вот следующий простой. А следующий уровень вообще тут, блин, по аллее немножко идешь и сразу Веном. А, то есть он там буквально... Ну да, да. Ну-ка, я могу? Но Веном, блин, жопа. Ну то он и Веном, что он. Вот так можно его в углу зажать. И сколько-то... О, вообще вот так вот отлично в углу прижимается. Очень много ему жизни снял. Ах ты, блин, как он-то это издалека схватывает, а?
А, кстати, вот насчет хитбокса, тут тоже очень странная фигня. Потому что вроде бы, вот, допустим, вот по тем же кувалдам, в котором я сейчас там, да, на уровне лазя, ты вроде бы отошел от них, и они тебя не должны дамажить, но тебе все равно прилетело. Потому что так решила игра. Блин, я надеюсь, я туда иду. Засунь себе эту пулю в лоб. О, ну не туда, но хотя бы жизнь. Ладно. Если Google пригласить меня тестить баги в играх, соглашусь ли? Ну, если это Google, там же, наверное, зарплата там, ничего. Вообще говорят, что ну, тестеры зарабатывают что-то не очень много. Я, допустим, вот... Не, ну это понятно, да. Что их вообще прям что-то не... Да, что это, слушай, за... Из школьников набирают, да, чтобы играть всяких, ну... всякую хрень на мобильных телефонах. Блин, а я была бы тестером, потому что я очень много нахожу всяких разных багов в играх. Мне прям везет. Работа неблагодарная. Тебя там, говорю, заставят играть в какую-нибудь монетковыбивательную хрень на мобильном телефоне. В ужасно унылую, в кристаллики какие-нибудь, я не знаю. Представляешь? Давай, 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 убей, убей его! Нам не нужен этот мужик. Еще уровень дурацкий, на самом деле, если я буду сейчас, ну... О, черт. Слушай, мне столько времени на самом деле уже потрачено. Где именно? Я не могу залезть. Чего? Я не могу залезть, мне все время это кувалды, блин, по голове больно от отца. А, это хрень. А поверху можно их пролезать, все кувалды. Только, блин, я уже столько времени потратила на этот уровень. Там очень простой босс, Скорпион. Да я уже... С тактикой ползи. Жуки, какого хрена вы здесь вот так, правильно, по голове. Что-то мне и этот уровень тоже не нравится. 11 секунд времени хватит. А, ну, в принципе, может, да. Он простой и очень быстро убивается. Он тоже тебя хвостом захватывает, я там не знаю, делает с тобой всякие непосредственные вещи. Не-не-не-не-не, он прыгает скорее на тебя ногой, что-то такое. Слушай, ну ногой-то он неплохо прыгает, я тебе скажу. Он по мне ни разу не попал. Хорош. Думаю, что тайминг нужен на этого Венома, а не просто долбить. Слушай, ну пальцем. Ни разу не попал, это не значит, что он будет ни разу не попадать по мне. Да. Ой, дебильный левел. У меня все, что у меня не будет получаться, мне будет все дебильно. Прям как половина стримеров, когда у них что-то не получается, он как с полным, что все гривое говно. Что ж ты не зацепился-то, дядька? Кто так делает? Прыгать с парашютом? Не, на самом деле, никогда не хотел прыгнуть с парашютом. Аня, ты хотела? Да. Прыгнула бы, не испугалась бы. Да что испугалась бы, я там, не знаю, дышала бы, наверное, как ненормальная, блин, но... Но тебе хочется испытать... Да? Ощущение полета. Конечно. Да. Меня как-то вообще не привлекает это. Ну, не знаю. Адреналин все-таки все дела. Да, блин, точно. Параша. Жуки, блин. Вот какого нахрен, блин? Какие жуки? Есть, чтобы понатыкать всяких там, не знаю. Жуков. Ну да, тут, блин, половина врагов жуки, кстати, реально. Чья-то злая шутка. Понять бы еще. Зависла у Ланы Лаги. Да, серьезно. Реально высокая нагрузка ЦП, ничего себе, сколько он жрет, из чего бы это вдруг он столько жрать начал. Сейчас, секунду, посмотрю, что здесь можно сделать. Хотел бы придумать трассу F1. Я же поставила паузу. Да нет, наверное, не хотел бы. Не особо это весело, на самом деле. Блин, уже есть столько же идеальных трасс.
Та же Турция. А где вот Гран-при Турции? Нет, нифига. Прям реально огромная нагрузка сейчас была. Прям должно вроде все пофикситься. Ну, давай, давай, позаикайся чуть-чуть. Ну-ка, что же мне так жрет? Ну, кстати, чат, ой, слушай, сайт там работает, не работает? Или мы так? Я без понятия. Окончательно переехали к тебе? Да, возможно. Ну-ка, дай-ка гляну. Не, не работает. Да. Ну и ладно. Так. Во, у меня вроде бы снизились типа серии кадров ноль. Сейчас я только себе кучу этот чат, чтобы видеть. Так. В чем кайф Нюрбургринга? Блин, по ней надо проехать в реале вообще. Это даже не сравнится никак с компьютерной версией. Это такие перепады высот. И такая вообще на самом деле красота там. Природа. Ты представляешь, я пока тут отдавалась и вызывала диспетчер задач. У меня теперь эмулятор полностью черный и ничего не хочет с этим делать. А пароль тебе, пароль выдать? Они, ребята там в чате писали пароли к уровням. Ну, если только ты мне поможешь с этим, потому что я переустанавливала этот... Фу, переустанавливала. А, да? У тебя же Скорпион, да? Или ты его убила? Нет, не убила. Не убила? Так, интересно. Сейчас прокручу наверх. Гарган. Попробуй вот его. Гарган. Хотя, может быть, это уже к моему уровню. Да? Нет. Ну, не знаю. А? Если так, то это все не то. Ну, ты попробуй. Вот есть еще один пароль потом. Я тебе скажу. Сейчас выключим все. Так. Ребята, кто следит за ДФом, можете сказать, что там вообще ребята... Очень меня ждут? Или еще не очень? Эх, Коля, кто ж так делает? Ты что, не в курсе, что ли, что обычно все затягивается? Просто да. Как бы... Во-первых, ты же не хотела играть долго. Ну, долго, потому что понятно, что хочется еще другими делами позаниматься. Просто... Поэтому и так, и 4 часа, и плюс у них... всегда затягивается, вот именно. Поэтому это будет даже не 10, я думал, а 11. А уж к 11 мы в любом случае закончим. Они он закончили, вообще даже 9 не было. Вот это же я вообще не ожидал. Че, у тебя Гарган подошел? Или ты еще не напечатала? Блин. Лол, я теперь даже в ОБС не вижу... Ну, предосмотр не показывает, что там вообще происходит. Очень странно. Спойлеры! А, эту, как его, сцену переделать заново? Да. Просто странно, почему заново, если все то же самое. Не, ну, кстати, может, Эмуль завис, ты его заново запустил, а он, как бы... Я все равно не вижу, у меня просто белое окошко в этом... В общем, я не знаю, что-то все накрылось кое-каким местом. Так, давай-ка я все-таки остановлю и запущу, потому что мне... Ну, давай, нравится. Давай, перезапусти. Какая-то, как всегда. Да. В любом случае, у меня стрим идет, так что... Не страшно.
Подождите, блин, это все надо будет склеивать как-то. А, это еще два плеера. Когда мне этим всем заниматься? Не знаю. Так, у меня вроде все готово. Я запускаю? Да, давай. Здесь Гаргон. Или Гарган. А, Гарган. Да-да, Гарган. Ты как ты так далеко хватаешь-то? Очень забавный, я не знаю, набор кода в паспорте. Да ладно. О, я нашел тактику к Веному. Так. Все нормально. Completed. Ладно. Их записываю. Нет, это, кстати, уровень у Коли. А, не тот уровень? Да. OSBRN попробуй теперь. Так. OSBRN. Без О? Это же Осборн. Осборн, ну да. Без О получается. Без О, прям. Вот, кстати, у меня сейчас пароль Брок, так что там даже, видимо, какие-то... Упущения специально. Ну, пароли что-то значат. Ладно. Так, давай быстрее, он пока пролетит там, слушай. Ты потом увидишь. Где а, вот. Ну, you completed. Два уровня, сказали, осталось. You failed? Все-таки можно его сборн? Чего мне тут? Ладно. Ос... БРН, да? А там букв хватает на Осборн? С какая, английская? Ну, С, да, как доллар, которая. Ну... Не, сейчас попробую все-таки ввести с буквой О. Что-то мне... Кажется, что это... А, ну, может быть, просто народ, ну, в чате не дописал букву. Вот, надо было сразу делать так, как я думала. Так, дебильный уровень, поехали. Вот. Блин, девочки влетели. Как же да. Так? Николай, скажи, почему два стрима идут параллельно? Потому что это такой челлендж, как он, Gamble Game Gauntlet, где нам рандомно выбирают игру на какой-то платформе, а мы пытаемся ее пройти с Аней вдвоем. Да вот опять, блин, какого хрена, он же, ты же там на несколько пикселей даже не зашел к этой кувалде, блин. Блин, как это правильно вообще называется? Это точно не кувалда. Ну, шар вот этот, да, качающийся. Ну да. Ну давай меня еще здесь затыкай до смерти. Давай сердце. Отдай свое сердце. Ух ты, плохо. Боже. Прям плохо? Да. Я сейчас, походу, сдохну даже. Там внизу доллар только, да? Дай ты сердце. Отлично просто. Все, все нормально идет, отлично. Ну, я имею в виду стрим. Это здорово. Я надеюсь. Да, все идет ок. Так, там наверху сердце было, я, наверное, его все-таки возьму. Почему гэмбл? Потому что... Почему гэмбл? Мы очень долго придумывали название, да? Очень долго. Очень долго. Были очень дурацкие названия, и ничего нам... Классные названия, ничего ты не... У меня была версия назвать про и дно. Ну а чё? Это в чём проблема? Не проблема. Окей, это я спайдера спрашивала. Не хотел прыгивать. Ну вот, в общем, мы думали, чё же сделать... Никого версии не было. Потом я вспомнил про покер.
И оттуда, и, в общем-то, и пришло это слово гэмблинг. Опять же, гэмбл — это же еще и риск. Так что вот мы такие рисковые. Стримим рандомные игры на рандомных платформах. Ну как не рандомные, на совершенно разных платформах. Да нет, ну что ты делаешь, мужик? Будь ты мужиком. Не, на самом деле, по-моему, название прикольное. Ань, как тебе? Ну, оно звучное, по крайней мере. Оно звучное, да. И опять же, не обязательно, чтобы название прям в точности соответствовало тому, что мы делаем. Так, через верх, а тут... Букашки эти, блин, какого хрена, блин? Спайдер дерется с букашками. Да, тут неоправданно много букашек. Мне, кстати, из врага сейчас жизнь выпала. У тебя выпадало, да? Да. Нет, первый раз. Переток так Тауэсом выпила жизнь из врага. Привет, всем. Первая игра. Да не, у нас была уже на Невске. Да. Очень долгая. Целых минут 20 мы играли. Давай же. Блин, как его... Попроси Колю сделать, что тише голоса перебивает. Опять. А тише голоса у кого? Блин, да он мне по мозгам просто бьет и все. И, блин, тактика твоя... Не работает? Тактика ползи? Нет, у меня он ведет себя по-другому. Он хочет мне по мозги вышибить. Да блин, слушай, хвост этот его. Короче, я его сейчас... Да, нет, нет, я была так близко. Надо было просто раньше понять о том, что так не очень. Ах, ладно. Разбегом с плеча, подожди, у Спайдермена есть разбег. Ногу стоп. Да блин, да бей ты рукой. Букашка. Паутина есть. А где разбег? Что надо... А, во, блин, у него раз... Офигеть, Анька, тут есть разбег и удар плечом. Да? Два раза да. Вперед? Не-не, тут на одной из кнопок... Там четыре кнопки у SNES, я не знаю, какая это кнопка на самом деле, Y там или X. Да, ну ладно, сейчас буду на поверхности. Ее просто держишь и... А потом удар рукой, и он бьет с разбега плечом. Вот так, группа Че прошел и... Не в курсе, замечательно. Ну это как я узнала про то, что он... Ну, Спайдер может свои эти паутины кидать. То я все удивлялась, почему это он не может быть ни рукой, ни ногой, а он, оказывается, он другим промышляет вообще. Запись поводили. Блин, я постараюсь выложить завтра. Коля, Аня, как вы думаете, эту игру пройдете или будет откат? Какой откат, Олсен? Ты что? Не-не, я думаю, мы ее по-любому пройдем. А вот дальше будет Спектрум. О-я. Калитко. Так. А, Коля, кстати, твоя очередь на Дэйв Стриме. Походу говорят, что ты остался. Да? Коля. Блин, а что делать последний уровень? Ай, ну можем закончить... Либо попозже, либо потом, я не знаю. Там на самом деле это недолго, по идее. Ты как вообще сегодня? Занята, не занята? Вообще у меня были планы. Да? На вечер. Да. Я поэтому хотела, чтобы мы, допустим, до 10 и закончили. Но дело в том, что сейчас половина 10 и... В общем... Коля, ты жук. Такой же жук. Так и жуки на уровнях. Ну, блин, я же Сереге сказал, что после 10 будет ну, норм. Ну, он там просто быстро прошел, видимо. Ну, или кто-то прошел что-то быстро, поэтому так и получилось. Давай, блин, Спайдер, без твоих этих штучек. Дом еще так летят. Раз, два. Добей давай его, что ты смотришь? Блин, тут уже остался последний уровень и... Я так понимаю, последние два босса, как мне сказали.
Че, еще решили пройти? Вы меня реально так ждут? А, ребят, ну извините. Блин. Дэв, сори. Ох, какой твой любимый персонаж в Доте. Ну, учитывая то, что я уже в Доту не играю, потому что я виделась на Steam. Так-то Oracle, мне Oracle понравился, а так был ВД, это и в основном все саппорты этого мира. Блин, он все равно меня жрет, я все равно неправильную тактику какую-то. Блин, да как он так прыгает? Он прыгает именно всегда мне на голову. Давай, давай, давай! Так, говорит, с разбегу там, да? Ой, не на эту кнопку, господи, вот на эту. А никакие планы на вечер были? Да поиграть в другие игрушки. С компанией. Так, ладно. Слушать всякие бедни не будем, поэтому скипаем. Вот, теперь на том уровне, где Гарган. А, тут типа Веном сейчас будет, да? Типа, да, Веном. Я тебе могу подсказать к нему тактику? Да, я разберусь рано или поздно, думаю. Ну да, но не сразу, я тебе могу сказать. Понятное дело, я вообще сразу не разбираюсь, ты чё? Да ладно. Да, я тебе говорю. Ты не сильно от меня отстаёшь, так что чё? Как это, учитывая то, что пока ещё и там со стримом боролась, с настройками, перестройками и всё такое, то... Ну да. Ты на один уровень сзади всего-то. Сейчас блин, Веном... мы с ним вообще... Почти. Ну да, почти вровень. Блин, а хватит ли у меня времени-то такой тактикой бить Октавиуса? Мне кажется... Ну-ка. Ух, какой красивый. А, нет. Ладно. Он говорит, что же, да, так вроде может находиться от тебя далеко. Убила? Венома? Да. Да ладно, как ты это так сделал быстро? Ну, у меня была тактика интересная к Лизарду, и применила сейчас. Он да. Просто кусок мяса. Блин, а? Тактики. Нет, там можно сидеть и просто тайминг подобрать, чтобы бить ногой. Не долбить по кнопке, а чуть-чуть вот выжидать перед каждым ударом. И он вообще ничего не может делать. И снимается вся жизнь, считай. Да? Блин, ну хорошо, да. Что я этого не видела. У меня просто вообще гениальная тактика, жать две кнопки именно вот, ну, вовремя главное, чтобы... Блин, у меня не хватает времени на такую тактику с плечом. Я не успею, наверное, его завалить даже. Хотя у меня, наверное, бы хватило жизни на это. Ну вот, опять ты видишь, меня догнала. Ты на этом уровне, да? Да. Здесь вот Октавиус. Да, он также в этом... Хотя, подожди, вода, какие-то камни. Уже 5-2? Что-то как-то быстро. Неоправданно, я даже сказала. Просто убери джойстик от микрофона подальше, он и так на самом деле... Не урта, я вам скажу. Значит, у тебя слишком хороший микрофон. Ну да, есть такое. Если меня слышно, там любые чихи, которые происходят там в комнате на расстоянии нескольких метров от меня, и слышно это так, будто это все происходит в микрофон, то... Не, у меня на самом деле достаточно, ну, хорошо, не то, чтобы прям слышно эти нажатия. Ну, слышно, конечно, но не раздражающе громко. Ну, не знаю, я, конечно... Блин! Даже так. Вот такого подвоха я не ожидала. Усан просит спросить, что у тебя с компом. Я думаю, они просто винду надо переставить. Да, на самом деле, потому что я тут недавно наловила всякого всего по своей же глупости и наивности. Я вроде бы как бы даже чистила и вроде все убрала, но какие-то нехорошие остатки роскоши остались, видимо.
и они немного мешают функционалу некоторых программ. Тихо, блин, я опять ту же яму точно так же. О, говорят, чат и сайт заработал. Блин, да, конечно. Не, ну, можно было сказать, что мы поторопились со всем запуском, да, с другой стороны, это все тут тестить надо в боевых условиях. Ну да, в любом случае. Поэтому, я надеюсь, все-таки в конце концов все будет норм, все у нас получится, все будет работать. Да, блин. Так, Linux, там нет вирусов. Ну, блин, Linux. Linux. Такое, я ж не понимаю ни кукареку. Конечно, я понимаю, что... Linux как-то можно запускать из флешки. Блин, я помню... Да! У меня брат притащил нетбук с Linux. Я пытался там инет, просто инет настроить. Я что-то не смог. Я не осилил этот Linux. Я просто взял и снес его. И ну, поставил в винду. Жестко, на жесткий ему. Все. Пришлось его, конечно, разбирать и вытаскивать жесткий, но зато все потом работало. Что-то я там у себя с этой... с дыркой не подружилась. С дыркой не подружилась? Да. Что-то вообще... Я так быстро пошла венова, у меня, блин, какие-то проблемы, в общем, с платформингом здесь. Арбуз, сделай милость, пожалуйста. Секунду. Вот, любимые действия котов, сесть перед монитором. Блин, надо вообще, наверное, использовать бег, чтобы быстрее прийти к Октавиусу. А, вот, кстати, точно, я сейчас... Ты такого и не попробовала, да? Да, давай. Кутик, в следующий раз пообщаемся. Да, блин, да умри. Так, хорошо. Блин, у меня жизни мало так-то. Приперся. Зато у меня времени дофига. Блин, ты уже хоть добежала, я еще туплю. Сейчас буду поаккуратнее, а то мне все время шило в заднице, я пытаюсь все быстрее, 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 и естественно происходит. Не совсем быстро. Куда дальше? Ладно, хорошо. Хотел бы я стать котом Ани. А зачем? Странно. Ничего нету. Какой больше любишь, китаянок или японок? Японок. Коль. Чё? Спойлерни мне. Там большая пропасть, есть и муха. Да. Мне не нравится там, муха. Там по стене можно по задней ползать, знаешь? А, да? Да. Как там, прыжок, два раза нажимаешь прыжок, а потом еще раз прыжок. И он на задний фон как бы прилепляет. Что? Прилепляется. И ползет. Да нифига. Да-да-да. Это уже было где-то в каком-то уровне. Я случайно так сделал. И хотя и в этом я тоже сделал случайно, потому что я опять забыл про эту способность. Нифига себе, слушай, я не знала. А вот дальше. Я вижу сердечко. Ой. Так, ну-ка. Да блин, мне же и времени, и жизни не хватает. Блин, в прошлый раз я мог его забить. Надо было раньше дернуться, в перемясо его валить. Да блин. Мне иногда прыжки не нравятся. Очень. Конечно, может, все. На Ави Мегамен обнимает Самус вообще-то. Как это можно не знать? Это же Самус. Что за фигня? Что-то мне... Я плохо понимаю в нем что-то. Ой, видимо, очень плохо. Ой-ой-ой, куда он залез?
Дай сердце. Не надо. Так. Блин, ты что за хрень? Да шо? Спайдер боится букашек, блин. Только в Amazing Spider-Man. Нифига себе. Спрыгивай ты. Я бегу со скоростью пули. Да блин, слушай, у меня что-то время уже заканчивается. Тогда у меня тоже заканчивалось два раза время уже на осьминоге. Ладно, ну-ка. Ну-ка, подойдет моя тактика? Ой, ёлки-палки, что ты делаешь, мужик? Понятно, не подойдет. Очень не подойдет. Да дай пройти, мужик! Ну, у меня стримы вон в комнате даже происходили. Что-то я плохо понимаю, что с ним делать надо. Так что зачем на кухне стримы сбилить? С Октавиусом-то? Ты не понимаешь? Да, ну я уже поняла, что когда он поверху ползает, ему надо, ну, сверху. Желательно. Когда снизу, то нижний этот. Блин. Ань, когда вебки будут спрашивать? А, ну... Ай! Будут вебки? Будут. Будут, да. Они будут. Пока не знаю, когда точно. Не, ну я-то знаю. Но пока не хочу говорить. Я думаю, это уже и так понятно, в принципе. А-а-а. Ну ладно, ладно. Что Ветель пил, когда стримил гонки, ничего он не пил. Он все время такой бесшабашный. Не, ну как, а он... А тем более, когда не играет с Колей. Он просто, когда начинает со мной спорить, что-нибудь такое, он слишком увлекается. Пытаясь мне доказать, что я не совсем прав. Блин, ну что цепляется за все подряд, уйди. Да, это же квали. Липучка, приставучка, блин. Мега прыжок, конечно. Это просто отлично. Так всегда и делал. Меня бесят эти жуки, ну это просто идиотизм чистой воды. Неужели не знали, кого бы нарисовать? Ну да, это, конечно, минус игре. Блин, а жизнь мне не хотите дать, нет? Зачем? Ты что, будешь потом с боссом бороться? Тогда. Зачем тебе так? Я лично так и намеревался сделать. Да? Вот я, допустим, прибежала, у меня четверть, даже меньше. Что мне делать? Типа, ой, как... походу ничего. Ну вот у меня две трети, ладно. Не знаю, что. Мне хоть сердечко дали одно. Идиотизм. Блин. Как я его в прошлый раз так бил? Чё он меня теперь агрится?
Да, я знаю, что у японок часто зубы кривые. Знаю это. Нет. И что они далеко не все красавицы. Да. Тихо. Иди, друг. Нам с тобой все работать вместе. Ну, возможность получить японское гражданство. Когда я вижу Жука, то сразу вспоминаю превращение... Превращение Кафки. Не ругайте Жуков. Блин, я не могу теперь в отверстие залезть. Ох уж этот спайлер. Вообще, не ругайте Жуков. Как-то, блин, он, наверное, не так все-таки валится. Есть какая-то более лучшая тактика к нему. Как ты его валишь? Я его плечом валю. Но у меня времени не хватает на это. Точно. Супер паутина. И не хватит. Может быть, поэтому у них там этих факсов нет прохождения. Да блин, офигеть! Взял вынес. Нифига, я его не могу убить. Нифига себе, как он летать стал. Лист со стены. Уже клей. Блин, какая правильная тактика-то. Вот я сам пока не понял. С какого года я дружу с Веталем? Года. Ну как, прям вообще шов дружу, или когда я с ним познакомился? Познакомился с ним на GBX Summer Party 2011, что ли, наверное. Анька, когда я тебе звездочку подарил? Которую тебя бус изгрыз. Вообще, не помню. Это было как раз с этой Summer Party. Блин, это перемяс хрень. Не так он ползает как-то и... На расстояние стрелять тоже не особо так-то. Блин, все задевает. Очень быстро. Да блин. Здесь такое место непонятно. Оно запрыгивает, оно чаще наоборот не запрыгивает. Слушай, я не понимаю на самом деле, как правильно к нему найти подход. Он очень странный. Я сам пока к нему не могу найти подход, так что ты не одинока в этом. Дырка. Блин, а что там стрелять-то? Вот. Да, слезь с стены. Условие перехода на следующую игру... Хотя бы один должен эту игру пройти. Но там есть и некоторые плюшки, которые дают, если проходить вот игру, ну, как чтобы оба прошли. Блин, он, сволочь, вытаскивает свои щупальца. И что самое характерное, когда ты попадаешь туда к нему в центр вселенной, можно так сказать, вот эти вот щупальца. Да.
там, блин, и выпрыгнуть оттуда достаточно тяжело. Ну да, тебя 2-3 раза дамажит, прежде чем ты оттуда вылезешь. Это да, бесит. Очень бесит, на самом деле, потому что очень непродуманно. Залазь, давай, что с тобой не... Блин, ну вот, теперь куча жуков. Что мне дамажит? А нет, просто не крыть. Товарищ Зап решил сегодня обо мне узнать все. Да? Ну да. Коля Николя Кухарт? Мне нравится. Коля Николя Кухарт. Ну-ка. Современным играм, да все им хватает. Просто их очень много, и они на разную аудиторию рассчитаны. Каждый может найти себе что-то свое, то, что ему подойдет. Ругать индустрию. Ругать за то, что популярно, не то, что хорошо, ну. Но много есть непопулярного хорошего. Если вы ценитель прям. Блин, может быть я... Хотя, блин, все равно мало времени. Мало времени на такую долгую тактику. Ты вообще у него, не знаю, полжизни хотя бы снял? Да, я его один раз почти убил, мне вообще времени не хватило. Как ты это сделал вообще? Может... Я его сначала туда-сюда бегал, плечом бил, а потом в какой-то момент я видел, что у меня осталось 7 секунд. И просто я начал его бить в перемяс. У меня бы хватило жизни, но мне не хватило времени. И вот сейчас я его начну, наверное, бить в перемяс. Не, в перемяс там вообще все сложно. Ладно, как ты говоришь, разбегай. Ну блин, уже 4 секунды, мне уже некуда деваться. А, блин, понимаешь, у него уже на шкале не было здоровья. И он меня убил. Обалдеть. Один удар, блин, и все бы. Близок. Ну да. Да такая ты тварь, блин, что ж ты тут... Главный босс-то. Да, я играл в Monster World 4 на Mega Drive. Она мне даже очень понравилась. Я ее, правда, не допроходил. Я играл на PSP, а блин, когда я играю на эмуле, у меня очень часто теряются сейвы. О, да. Больше времени реально не хватает. Очень много времени на эту тактику, причем. Да, да, да. Она хоть работает. Она работает, но она очень долго. Я попробую два раза, что ли. Бежать, бежать! Нет, встань! Ай-ё, не падай, только не падай. Блин, он такой странный. Когда, почему он, когда залезает на верхнюю стенку, он не может запрыгнуть на нее нормально, залезть? Ну, то есть, когда он к краю подползает снизу, он не может залезть на уступ. Что это за такая странная у него способность не залезать на уступы? Да, не хватает времени, вообще не хватает. Я пытаюсь бежать. А, блин, да не надо меня кусать. Да как-то вообще прям, не знаю, гнать со всех... О, ну да, я с ускорением бегаю. Да давай прыгай! Ух ты, у меня полная жизнь. Я до него дошел. И 55 секунд. 55 секунд, это много! Но я тоже надеюсь все-таки, что мне это поможет. Да... С жуками проблема. Колин, зови игры, которые ты готов играть всегда. Катамари? Ну, прям, чтоб всегда, но в которые я играю, они мне не надоедают. Ну, Катамари одна из них, да. Metal Slug первый. Мегамен первый.
Modern Legend. Блин, ползти за сердцем, ладно, пойду. Вон. Аня, у тебя какие игры? Давай тоже расскажи. Мне Гуф. Гуф? Да. Хорошая игра, советуешь? Очень. Так, которые я готова переигрывать всегда, ну, естественно, для меня это Соники какие-нибудь. Что еще такого-то люблю? Да, чертов жук, блин, такой бред! Что еще? Что-то у меня сейчас на самом деле никакие игры не лезут, у меня тут полная концентрация. Да-да, не отвлекайся. На Спайдермене. Ветль пришел. Ветль, ты знаешь, что надо делать. Или мы как-то на кухне? Он мне говорит, что у него сейчас пришло два короля. Что ему делать? О, all in. Да. Человек обязательно будет флеш-дро, и он с тобой сыграет. Ну ты знаешь. Блин. Все, в перемяс. Наверное, я его убью. Перемяс? У меня почти полная жизнь. Мне не получается в перемяс его валить. Как я обычно это делала. Со всякими разными представителями. Давай, давай, умри, умри, умри. Да куда ты в меня-то? О, е, я его убил. Да. Ну, блин. 55 секунд, ты где-то ему полжизни чуть больше отнимаешь ударом плеча, и потом просто вперемяс хватает. Чтобы его убить, да. Ай. Блин, я все время забываю про... Да, хватит цепляться! Да. Все. Карнаж пришел. Я надеюсь, если я ему проиграю, я же не начну с начала уровня. Это еще не все? А, то есть мы с Веномом? А, не, все, Веном ушел. Или он с Веномом? А, Веном просто прыгает, да, вокруг? Типа пугает своим видом. Тебя? Не знаю кого. Он, по идее, с Карнашем дерется-то. Вместе со мной. Мы вдвоем его валим. Ну, кстати, быстрый, но вроде бы лох. Даже несмотря на то, что он быстрый. Главное догнать. Давай. О, его можно и как щит использовать. Ото всякой хрени. Да блин, иди ты сюда-то, козёл. Ладно. Послушаю тебя. В плане тактики. Ну, я не понимаю, правда, как ты его перемяс. У меня он все равно... досуживается. Вот козёл, а? А, его надо, значит, заранее подлавливать. Во, вот так. Отлично, ща я его, надеюсь, даже убью. Дай мне пробежать. Нормальный такой вообще. Блин, время не хватает. Вообще сдох, а? Иди сюда. Е-е-е, я убил Карнажа. Он несложный. Есть любимая игра на Мегадрайв на двоих. Что бы это было? Что бы это было?
Ну, наверное, какой-нибудь Gunstar Hero, которая так ни с кем не проходила. Так, давай пройдем. Да, можно будет как-нибудь все-таки взять и сделать это. На харде. Да, поспешишь, весь стрим прожжет. Guardian Legend, да, тоже будут выложены, блин, все будет выложено. А, я все не успеваю сделать. Очень плохо, Коля, очень плохо. Блин, у меня прям последнее время со временем. Так, прыжок, прыжок, еще прыжок, еще, побежали. Так. Так, а что там карнаж-то? Карнаж простой. Да. За ним просто сложно, ну, как бы по всему экрану носится, его поймать нужно. Нужно понять тактику, как его ловить. А так он не сильно бьет. Голдвин. Будет продолжение Гаунтлета, когда, наверное, я его начну монтировать сам, поскольку ребята, которые вызвались монтировать, они, в общем, уже все забили на это. Если ты, конечно, возьмешься его монтировать сам, ради бога, я могу тебе это тоже перекинуть. Цисту дать монтировать, ну, я могу, конечно, ему тоже дать монтировать, если он согласен тратить на все время. Вот он пишет, мне лень, да. Давай. Да. Сайт так и не работает. Так, давай я что ли посмотрю, что же у тебя там творится. Просто киномомон. Лол, Запа, перестань. Почему ты решилась на челлендж? Блин, я бы одна просто, мне было бы впадло, честно говоря, играть. Хоть мне это и, ну, и сама идея нравится, и интересно. А так, вдвоем уже не так скучно, и тут уже не отвертишься одним лишь впадло. В принципе, у тебя нормально времени. Да-да, вот так вот бегаешь туда-сюда, бьешь его плечом. Да я поняла, я просто раньше, ну, в прошлой попытке много взяла времени на запас. Угу. Получилось так, что я могла бы еще так вот побегать. А, угу. Тогда я бы его добила. Колян сказали... Ты где на ДФе, а потом скажешь, что можно забить, но как ты будешь? Блин, мне очень сложно понять эту фразу. Ну, видимо, они говорят, что можно забить, но смотря как ты сам, в общем. Ну, мы, в принципе, почти, в общем-то, почти закончили. Сейчас главное мне просто не растянуть ну, да, сейчас, время. Сейчас Аня его убьет, и как бы все. Как раз вот 10 вечера. В общем-то, как и договаривались. Это, конечно, тактика очень муторная. Половину не снесла. В общем, игра прикольная. Для гаунта так вообще отличная. Блин, я теперь кнопки путаю. Не рановато ты так пошла-то. Возможно. Рановато, еще время-то дофига. Побей его. Подожди, подожди. Апперкот, видишь, как хорошо на него действует? Mm-hmm.
Ну давай апперкотом, может ты убьешь его. Да, кстати, вполне возможно. Блин, апперкот. А, апперкот, офигеть. Просто вперемяс апперкотом. Ну да. Ну, в общем, вот сейчас будет карнаж. Я, правда, не знаю. Ты, наверное, все-таки с него будешь начинать, если умрешь. Потому что, видишь, 5-2 пройдено. Тебе как бы засчитали. Пароль, кстати, ведь дали, да? В общем-то, я думаю, да. Эту игру мы тоже осилили вдвоем. А ты боялась. Да еще не осилила, подожди. Да сейчас все будет. Тактика, ползи. Или ты любишь ударом ноги в воздухе? Да вон, ползи, я пока до него доползу, он уже отпрыгивает, блин. И тут за ним бегать туда-сюда, очень милая тактика. Нахер. Но когда ты к нему все-таки подходишь, ты лучше не так руками бить ему в лицо, а подсечками. Ты его догоняешь, ударяешь ногой в воздухе его, вот подлавливаешь вот в этот момент, то есть прыгаешь чуть-чуть заранее, не дожидаешься, когда он уже за экран улетит. Коль, я даже тебя не слушаю, извини. Окей, ладно, не слушай меня. Я буду болтать что-нибудь. Да, давай, поговори с чатом. Сделай милость. У них там контра, у них до сих пор там контра. А у них там, кстати, долго еще осталось, нет? Есть у нас еще минут 10. Чем меня Коло зацепил? Да блин, да всем на самом деле. Там все идеально практически. И геймплей, и атмосфера, и сюжет, и музыка, и... Да блин, там все круто. Скоро пиздец, от чего отскоки назад. Балерина хренова. И че, он так теперь сюда будет прыгать, что ли, от меня? Козел. Ой, я уже устала. Сдохну, как-то, пожалуй. Так. Давай сюда. Ух ты. Мне кажется, его, в принципе... Если сейчас, конечно, все пойдет по тому плану, как я хочу, как я себе придумала, то да, елки. Такой шустрый. Гадина. Тут беготня очень милая. Конечно, спасибо Веному за поддержку. Он только как щит работает от его выстрелов и все. Ну, тоже хорошо, но просто... Его самое главное поймать. Вот да. Тот момент, когда вот он именно стреляет. Тогда можно с ним что-то сделать. Черт. Что-то я потеряла. Во-во-во-во-во. Там сейчас дальше ты увидишь, там уже не очень все хорошо. Ты кумаришь меня, дядя. Скакун. Никитос поет песню «Коля, выходи». Они не будут, что ли, контру доигрывать? Или как? Мне можно в любой момент рваться? Динокризис 2. Ну, на самом деле, нет, не плакал. Хотя, конечно, концовка такая, да. Да. Чё себе читерство. Чистой воды. Уже времени не остается. Блин, да я... Ой. Гадость. 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 Колосс в моем исполнении. Ну, в общем-то, можно, конечно. Она не то чтобы длинная даже.
Как-то какой интересный. Ну-ка. Подождем. Слушай, я, кажется, поняла. Да? Как? Будет ко мне подходить потихоньку, вот, а я его буду так ножкой догонять. Просто потому что так вот прыгать за ним, не знаю. А, то есть давать ему самому на тебя нарываться? Блин, только главное не спешить, а то он сразу отпрыгивает. Ну, тут своя тактика. Хренактика. Давай, прыгай. Ох ты! Ничего себе! Давай-давай! Колян, в детстве на новогодние утрики наряжался ли каким-нибудь супергероем? Блин, я в садике вообще никаких супергероев не знал. Как-то... не знаю даже. И никто особо их, по-моему, тогда еще и не знал. Не было тогда особенно это распространено. Уже много времени. Что я в садике? Чип и Дейл смотрел. Всякого. Утиных историй. А супергероев не было. Даже Черепашек-ниндзя, по-моему, не было еще тогда. Но я был не в курсе. Они говорят, что идет стрим рывками, звук слышно нормально, а стрим рывками. У меня, кстати, тоже тут рывками идет стрим. Комп не вывозит, да ничего себе, значит, полстрима идет нормально, а потом просто не вывозит, да? Очень странно. Я не знаю. У меня же ничего ж не включено, все так же, почему он так себя ведет? Странно, что звук-то не лагает при этом. Блин, да как ты доел-то, Балерун? Давай прыгай, козел. Как ты его быстро загасил, я понять не могу. Я, смотри, прижимал его к углу, и когда он только начинал отпрыгивать, я прыгал вместе с ним в его же сторону и бил его в это время ногой, соответственно. Ну, попадал по нему ногой, и потом 2-3 посечки. И повторить много раз. Я когда вот так вот прыгаю сверху, я почему-то... меня что-то задевает, я не могу понять, что это. Сейчас, погодите. Давайте моя личная жизнь останется моей личной жизнью, и я сама разберусь. Какие-то дальше разговоры в чатике я просто буду убирать, ясно? Так. Это правильно. Совсем страх потеряли. Ну давай-ка. Все, немножко осталось эти. Блин, я как-то... Вот этот вот Веном дурацкий, он тоже по-своему мешает так-то. Разве? Он же вообще на тебя никак не реагирует. Ну, то есть ты с ним никак не контактируешь. Не знаю, меня он кумарит, а что он тут перед глазами прыгает и ничего полезного не делает. Кроме того, что принимает на себя удар, который, я не знаю, можно вот так вот таким вот низом... Да, просто ко мне подошел. Саш! Спасибо. Личная жизнь, да. Мешает. Правильно. Расскажи про свою первую денди. Первую денди мне подарили, я не помню, второй что ли класс или третий, на Новый год мама подарила. Она, правда, недолго прожила. Может, месяца три. У нее начал отходить, ну, разъем под блок питания, в общем, там блок отходил. Не знаю, его надо было прижимать, и в конце концов я доприжимался, что на денди плата треснула просто. Блин, в общем, мне не получается нормально. Вот эти вот скачки. Давайте попрыгаем два раза влево, два раза вправо. Где вот Дизима? Cookie One The Eight. Я знаю, о чем я говорю. Если вы думаете, что все было сказано только про дверь, про что-то еще, то вы глубоко ошибаетесь.
глубоко, очень, да. Многим эта фраза очень понравится, я знаю. И сейчас могут подумать, что эта фраза была сказана просто так. Блин, давай уже мы с тобой закончим, ну, кармаш. Такой вообще, чуть я таких не помню, на самом деле. Я не успеваю. Я вот как только лечу в ту сторону, он сразу же от меня упрыгивает. Просто. Ну ты как бы чувствуешь, что он вот сейчас прыгнет, а ты прыгай вместе с ним. В его же сторону. И ты как раз его ногой перехватишь. Я только лечу на него, он сейчас вон от стены вообще отскочил, и сразу он на любое нажатие кнопок реагирует. Сразу же причем. У меня вообще стрим повис. Кстати, у меня очень там лагает, или как? Да, чем дальше, тем все сильнее лагает, и в конце концов у меня вообще все остановилось. Скриншот. Не, ну на самом деле можно финальную битву перенести. Там и на DF уже с ума сходит, у тебя вот что-то подлагивает комп. Пароль вот только нужен. Ребят, вы пароль не записали? На босса. Ань? Да, да, да. Ты здесь? Да. С нами? Стримы тебе повис? Говорю, сейчас вроде отвисло. По крайней мере, у меня вон в ВПС все нормально. Все мои мучения воспринимаются. Да что мать, да я тебе... Ногой-то в голову заряжу. О, раз всего лишь. Да, все отвисло. Что у меня кумарит? Как прыгаю в какую-то сторону, сразу туда же. Я делал так, я полз в его сторону, до угла. И потом вместе с ним отпрыгивал, как бы, ну, в противоположную. Вот, чем ближе я к нему, ну, и дальше полз. Ну, как бы прижимаешь его к углу, он начинает выпрыгивать, и ты выпрыгиваешь вместе с ним. И ты как раз его ударяешь ногой. Блин, у меня уже 5 тайм-аут. Блин, ну я не знаю, мне мешает этот Веном, потому что он... Прям мешает? Потому что когда я прыгаю, он, не знаю, что-то там с Веномом разбирается и в итоге отходит назад. И я не успеваю в это время не нанести ему просто ну никакого удара. Ну или же проще сказать, что у меня просто руки из жопы. Да ладно. Помучишься и все у тебя получится. Ну вот как вообще. Сейчас вроде бы у меня так получилось наконец-то словить этот тайминг. Блин, кот еще ко мне на клей лезет. А, все вокруг мешают. Во-во, да... сейчас вообще было то, что надо. Уже палец болит, зажимать низ. Да блин, босс, ну давай ты еще не будешь к моим пальцам лезть к джойстику. Ну что это такое? Я даже... Вот обормот, ну что ты делаешь? Отлично. У Димы там бомбит. Кто-то его в личке достает. Чего такое? Не знаю. Говорит, что идиот какой-то к нему стучится.
Смотрел ли я мультфильм о финалке? Да, смотрел, оба смотрел. Который первый, «Духи внутри нас», что ли. Он, в принципе, мне даже понравился. Хотя, почему так многие плохо его восприняли, я даже не знаю. Он, конечно, ничего такого особенного слишком, но неплохо. А вот по седьмой финалке я нифига не понял. Я его посмотрел. Но я, конечно, тогда еще седьмую финалку не проходил. Может быть, стоит сейчас его посмотреть. Хотя он красивый. Арбуз, может, это я иду тебе пошла? Давай, давай, давай. Ванька, молодец. Муа, красавица. Блин. Ну, две игры затащила. Все нормально с твоим скиллом. Ну, может, будет, ладно. Я надеюсь, ты теперь поверишь в себя. Да я-то в себя верю, ну, блин, и не верю тоже иногда, и верю. А потом опять не верю. Нормально, я же девушка. Ну да. Просто, конечно, долго я приноравливалась. Ну ты просто меня сначала не слушала, хотела что-то по-своему сделать. Ну, ладно, ладно, да, есть такое. Спасибо, Коля. Ну вот. Ну, работает же тактика, правильно? Вроде да. Ну вот. Ну, чё, кое-как, но мы всё-таки начали Gauntlet, да? Две платформы прошли. Ну, слушай, неплохо, на самом деле. Нам просто очень с NES-ом повезло. И с NES-ом повезло, и со SNES-ом тоже повезло. Ну да, игрушка ничего так. Хотя, блин, конечно, в NES-е как-то... Я думал, какая-нибудь игра будет хорошая. Ну, длиннее, наверное, да? Ну, даже хотя бы просто хоть что-то, а то, блин, просто пришел, потыкал 5 минут, игра прошлась. Ладно. Ну, что сделать, такой он Gauntlet. NES вообще не воспринял никак. Аня не прошла быстрее Коля, Коля прошел быстрее. Ну, блин, мне с Веном просто прикольно повезло. Жалко, что я так долго времени потратила на последнего персонажа. Да и хрен с ним, главное, что прошла. Да, да все, тут же не на время. Тут Gauntlet, тебе главное пройти игру, а время пофиг, в общем-то. Так, ну что, ладно, мы, наверное, тогда будем побыстрее заканчивать, потому что там Коль ждут все-таки уже, которое да, время, да, не будем да. задерживать ДФ, потому что они тоже все хотят отдыхать. Поэтому давайте перекатываемся потихонечку на стрим Dance Forever. Да, мы еще, я думаю, вернемся с новыми стримами и с Gauntlet'ом тоже. Ань, сможем мы на следующей неделе продолжить, как ты думаешь? На следующей неделе? Ну да, опять ближе, может быть, к концу. Ну да. Потому что я думаю, опять либо же четверг, либо же... я еще потом определюсь сегодня-завтра и уже вывешу объяву, что это будет за игра и когда конкретно и во сколько. Я так думаю, что это будет часов к 18. Правда, не все могут там с работы прийти опять писать о том, что работа, сволочь, мешает. Мешает смотреть стримы. Ну ладно, в общем... Всем спасибо, все, кто даже, несмотря на технические проблемы, был с нами. Я смотрел, там что-то 100, даже 80 человек было. Так что все нормально. Ну, спасибо вам, да. Опять же, извиняемся за сайт, мы еще будем дорабатывать. Я думаю, в конце концов, все будет отлично. Ну, конечно. Мы рады, что вам нравится, вы нас поддерживаете. Мы будем стараться все сделать лучше. Огромное спасибо вообще, на самом деле, за вашу поддержку. Потому что если бы не вы, то мы бы не мы. Мы бы все послали, да? И занимайся своими делами. Да. Ну все, тогда до новых встреч. Спасибо всем, пока. Главное, мне теперь так не забыть выключить.